В Ульяновской области планируется создание новой развивающей площадки для представительниц прекрасного пола, или проще, школы женского лидерства. В рамках новой программы симбирянок будут готовить к работе в органах власти, управлению организациями и ведению бизнеса. В Чертаклинском районе глава региона обсудил с местным активом профессиональные возможности жительниц Ульяновской области. Буквально недавно была запущена программа «Женщина-лидер». Уникальная программа, которую реализует ОНО «Россия – страна возможностей». И таких примеров привести можно много, много и много. Возглавит школу глава Чердаклинского района Мария Шпак. Будет организовано два потока обучения по спецпрограммам. Первый курс для женщин до 35 лет продлится с ноября по декабрь. Второй поток для женщин старше 35 пройдет в следующем году. В основу обучения лягут программы по развитию лидерских качеств, повышению деловой эффективности. Известные дамы-ученые, блестящие политики и руководительницы крупных компаний показали своим примером то, что женщина не должна быть ограничена рамками условностей. Ну, во-первых, мы более направлены на созидание, мы более направлены на создание чего-то прекрасного и обращаем внимание на мелкие детали. Если мужчина смотрит обширно на проблему, то мы видим каждую точечку, запятую и стараемся каким-то образом сделать более, наверное, эффективно и качественно. Форма обучения очно-заочная. Для женского профессионального развития к работе привлекут лучших наставниц. Займутся просвещением самые известные пауэр-вумен – женщины-политики, руководители и общественные деятели. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.